Всем привет! Я хочу вам сегодня показать двор Федора Абрамова, 23. Это станция метро Парнас. Вот он наш домик, такой большой. 28 этажей. Мы живем на 26-м, это очень удобно. У нас большой красивый вид из окна. Хочу показать, что наша территория продолжает благоустраиваться, потому что, когда мы сюда въехали, ничего этого не было. Например, нету грузовичка, Данечка. Вот такая клумба была, но не засажена. После того, как прошел праздник деревьев, когда главстрой привозит саженцы деревьев и рассаду цветочков, появилась вот такая красота. В нашем дворе появились маленькие деревца, если вы их видите. Им трудно, потому что здесь очень ветрено, но они пытаются прижиться, вроде бы как уже даже и прижились. Хочу сказать, что наш дом был крайним буквально 2 года назад, и на Парнасе больше ничего не было. А сейчас вот так вот могу вам показать. Так называемый 21-й квартал строится по улице Заречная. Эти домики построились буквально с февраля, за полгода. Уже идет облицовка. И уже даже остекленение я замечала в некоторых домах. Таким образом, наш дом, огромный такой, длиннющий на 8 подъездов, вот такой большой, перестанет быть самым последним кварталом в городе. Мы не сможем сказать, что живем на самом краю. Рядом с нами построилась еще Заречная 45, состоящая из 3 точек. Надеюсь, я вам их хорошо показываю. И сейчас, прямо буквально неделю назад, началась выдача ключей. Счастливые обладатели квартир уже ходят по двору дома Заречная 45. Вот начинаю думать, может быть, я вас обманула. Может, это не Заречная 45. Я хочу сказать, что это дом дальний от